первую очередь, конечно, священнику, как начащему не только образ Божий, но и образ священства самого Христа, конечно, в первую очередь должен быть будущее благородство. И то, что нашей отечественной истории, наша отечественная история нового времени была запечатлена кровью многих священномучеников, многих наших иерархов, священников, иноков, ну и, конечно, не мирян, это как раз свидетельство того, что эти люди своей жизнью и своей смертью запечатлели истинное благородство, свою истинную бедность и верность Христу. Это, конечно, высшее благородство, на котором лежит печать трансцендентности и вечности. Конечно, я должен сказать, что тема благородства и вообще концепт благородства – это такое понятие, конечно, этическое понятие, нравственное понятие, которому обычно, которому вообще никто серьезно из теоретиков в области этики не обращался. Но этот концепт является очень существенным и очень важным, который открывается нам, прежде всего, своим в экзистенциальной парадигме, открывается своим аксиологическим ликом. И это, конечно, является очень существенным основанием для того, чтобы этот концепт стал предметом теоретического, богословского, этического исследования.